внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Hanımlar, beyler, herkese yeni bir röportajdan daha tekrar merhabalar. Rusya'dayız, Park Belenha'da. Arkamda baba dikili duruyor, yıllardır burada. Öyle milleti gözlemliyor. Neyse efendim, bugün Ruslara soracağız tekrardan. Sizler için en güzel soruları hazırladım. Bu seriye tekrar devam edelim. Hadi bakalım, sormaya başlayalım. Pensionный возраст 65 лет. Мы уже на пенсии, нам как-то уже... Нас этот вопрос уже не волнует. Мы уже пенсионеры. Уже давно на пенсии. 10 лет уже. А как думаете, это нормально 65 лет? Мы думаем нормально. Вам кажется так же? Да, во всяком случае, когда мне было 55, я этого не чувствовала. Вот в 60-65 я уже поняла, что я устала. Понятно. От 55 женщина запросто еще работали. Может. Мужчины, они послабее, конечно. Спасибо огромное. Мы работали еще в 60. Спасибо. Пожалуйста. А по поводу пенсионного возраста, сейчас уже 65. Нам уже это не грозит. Я понимаю. А 65 нормально? Ну, вообще-то все работают примерно до этого времени. Спасибо. А по поводу пенсионного возраста уже 65 вообще лет? Вообще все прекрасно. Нормально? Все отлично. Спасибо. Это пенсионный возраст. Что думаете, уже 65 лет? Ну, что поделаешь. Пенсионный возраст уже 65 лет. Как для думаете? Мужчин, да? Для мужчин. Да. А женщина 60. Как я думаете? Думаю, это логично, что Россия хочет быть как европейское государство. Европейские государства уже давно такие возрасты введены. Единственное, что если бы эта пенсия была такая же достойная, как в Европе, было бы, ну, конечно, получше. А с возрастом, я думаю, что это логично, с течением обстоятельств. Спасибо огромное. До свидания. Пенсионный возраст. Ну, это демография страны, это так положено. 65 лет нормально? Ну, нормально. Или мы увидим 65? Ну, смотрите, после войны тоже было такой же возраст поднялся. Да. Вот, потом снизился, а теперь в связи с тем, что не хватает рабочих мест, опять поднялся, правильно? Это да. Все пиковые. Спасибо. Я согласен, спасибо. А уже 60 лет пенсионного возраста, как смотрится? Ну, это вообще чересчур. У нас люди не живут до 60 лет. Да. Короче, можно было бы, да. Можно было бы снизить, потому что у нас и не работают столько, и не живут столько. А сколько должен вам кажется? 50-55, я думаю, самый такой возраст. Для женщин или мужчин? Для женщин. Женщин пусть 50 уже уходят на пенсию, и мужчины тоже 55 пусть уходят на пенсию и воспитывают своих внуков, внучек, чтобы они сидели дома, занимались домашними какими-то делами, отдыхали, я не знаю, занимались своим здоровьем, но никак, чтобы они работали до 60 лет и еще бедные, столько болезней, столько всего, и у них даже возможности времени нет посмотреть вот эту всю красоту увидеть. Спасибо огромное вам. Здравствуйте, можно пару вопросов вам? Нет, спасибо. А вы что думали? Давайте фотографируемся. Я могу фотографировать, но потом вопрос дам вам. Можно? Пару вопросов. Нет, спасибо. Есть. А по поводу пенсионного возраста, как думаете? 65 лет и 60. Ну, я хочу сказать, что вот я, например, руководитель предприятия. И у меня есть люди, которые, в общем-то, тоже на пенсии, как и я. Вот я продолжаю работать. Ну, уже нормально? Да, я считаю, что в принципе, в общем-то, как бы это все нужно было сделать гораздо раньше. Да. По поводу пенсионного возраста. Уже 60 и 65 лет. Как против. Вам? Против. М? Против. Против? Против. 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 Сколько должен? Ну, я в 55 ушла на пенсию. 55 ушла. Это было нормально? Достойно. Нормально.